здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Наталья и канал «Чудесный огород». Сегодня мое видео будет полезно начинающим огородникам. И говорить мы будем о посеве растений в открытый грунт весной. В частности, при каких температурах прорастают те или иные культуры и в какие сроки. Начну с того, что овощные культуры делятся на холодостойкие и теплолюбивые. К холодостойким культурам относятся растения, такие как бобы, горох, все виды капусты, семена репчатого лука, лука-батун, морковь, пастернак, петрушка, редис, редька, салат, свекла, сельдерей, укроп, щавель, шпинат и руккола. Прорастание этих культур начинается при низких положительных температурах, в среднем от 3 до 6 градусов. Но чтобы получить быстрые и дружные всходы этих культур, их желательно сеять при температуре от 10 до 12 градусов. А наилучшая температура для прорастания холодостойких растений – около 20 градусов. Поэтому опытными агрономами принято считать, что прорастание холодостойких культур начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха составляет выше 10 градусов тепла. Теперь перейдем к теплолюбивым растениям, которые в северных регионах мы сеем непосредственно в грунт. Их можно выращивать безрассадным способом. Это такие культуры, как огурцы, кабачки, тыква, патиссоны, кукуруза, арбузы, дыни, базилик. Прорастание этих культур в открытом грунте при положительных температурах в среднем составляет от 15 до 20 градусов. Хотя семена теплолюбивых культур могут прорастать и при температуре ниже 15 градусов. Однако лучшей температурой для проращивания семян теплолюбивых растений считается температура около 25 градусов. При такой температуре прорастание семян теплолюбивых культур идет гораздо быстрее. Речь идет о температуре воздуха. С температурой воздуха для различных культур мы разобрались. И вот начинающий огородник, соблюдая все температурные режимы, посеял овощные и пряные культуры непосредственно в грунт. И тут возникает вопрос, когда же ждать первых всходов? Давайте разберемся. Холодостойкие культуры при постоянных температурах 10-12 градусов прорастают в разные сроки. Бобы от 3 до 8 дней, горох от 2 до 7 дней, капусты всех видов от 3 до 7 дней, семена репчатого лука от 8 до 18 дней, семена лука-батун от 8 до 18 дней, морковь от 9 до 15 дней, пастернак от 10 до 16 дней, петрушка от 12 до 20 дней, редис от 3 до 7 дней, редька от 3 до 7 дней, салат от 4 до 10 дней, свекла от 8 до 16 дней, укроп от 8 до 15 дней, щавель от 8 до 12 дней, шпинат от 7 до 14 дней, а руккола от 3 до 5 дней. Теперь мы перейдем к теплолюбивым растениям. Сроки прорастания семян даны, если среднесуточная температура воздуха составляет от 18 до 23 градусов. Огурцы, тыквы, патиссоны, кабачки прорастают от 4 до 8 дней. Кукуруза от 4 до 10 дней. Арбузы от 6 до 18 дней. Дыня от 5 до 10 дней и базилик от 7 до 14 дней. Конечно, если мы желаем вырастить в северном регионе на своем участке такие культуры, как арбузы и дыни, то агрономы советуют выращивать такие культуры рассадным способом. Если соблюдать температурный режим и нехитрые правила при посеве овощных культур в грунт, с легкостью и без особых усилий можно получить дружные всходы наших любимых овощных культур. На сегодня все. Я желаю вам дружных всходов и пусть ничто не омрачает вашего настроения. До встречи. Пока-пока.
Thank you.